Начавшийся лет 5 назад всплеск активности челябинских дизайнеров одежды сегодня дает свои плоды. В нашем городе выросли и окрепли успешные модные бренды с ежесезонными коллекциями и показами, конкурентным качеством как масс-маркет брендом, так и люксовым, и армией поклонников. С яркими представительницами модной индустрии мы встретились на фотосъемке для летнего лукбука коллаборации брендов Bernini, Must Have и обувного проекта Cherry Boom. Вообще бренд существует около 7 лет. Раньше занималась продажами одежды, а работала через интернет. Решила именно вплотную заняться производством обуви. Мы заключили договор с крупным производством в Китае. Сами подбираем модели, где-то прорисовываю, где-то нам скидывают фотографии клиенты, которые какую модель они бы хотели видеть в своих магазинах. И мы уже комбинируем какие-то детали и в единое целое их получается модель. А мне просто интереснее заниматься именно обувью, а не одеждой. У меня это лучше получается. Уже сама знаю, что хотят клиенты, что хотят оптовые клиенты для своих магазинов видеть. А для нашей сегодняшней фотосъемки мы подобрали самые яркие модели, которые пользуются большой популярностью сейчас у нас в продажах. И с дизайнером одежды Марджиной мы придумали образы для девочек и сами в них поучаствуем в этой съемке. На самом деле все съемки проходят очень спонтанно, ну, в нашем случае. То есть, да, мы к ним готовимся буквально 3-4 дня, вот, а образы собираем быстро, в попыхах. У Кати просто очень частые поставки, и, естественно, нужно донести до клиентов, да, какие-то новые модели, новые тенденции. То есть вот с нами, например, работает Хэппи, это Алиса, это дизайнер аксессуаров. И своими аксессуарами они дополняют наши образы, делают их более красочными, более интересными. Сейчас решили взять такой более упрощенный вариант, то есть мы не создавали какую-то конкретную концепцию, мы взяли просто стрит-стайл, сейчас лето, то есть и я думаю, что такой стиль фотографии, наверное, он более понятный для обычных людей. То есть это, можно сказать, обычные повседневные вещи, это обычные уличные локации. То есть эта съемка показывает то, как можно носить эту обувь в обычной жизни, в повседневных образах. Рекламные фэшн-съемки всегда создают историю и атмосферу. Сегодня это стильные горожанки, знающие, как при помощи аксессуаров и комфортного летнего аутфита приковать взгляды всех окружающих. В этой модной истории также приняла участие наравне с профессиональными моделями успешная бизнес-вумен и известная модница Анна Горобец. Дизайнера Must Have я знаю уже больше года, с Ксюшей очень хорошо дружим, и по бизнесу пересекаемся очень часто. Я, мне кажется, почти что все скупаю новые коллекции у нее, потому что очень качественная одежда, яркая, неординарная, ну, в принципе, как на мне вот это платье. Что касается обуви, у меня вечная проблема, у меня очень маленький размер ноги, там 34-35, и мне очень сложно в обычных магазинах подобрать обувь. Поэтому, когда я узнала о бренде Черепу, я увидела, что это российское отечественное производство, меня очень заинтересовало, потому что я сам отечественный производитель, и мне хочется всегда поддержать всех, кто начинает. Безумно приятно, что молодые дизайнеры у нас в России, они набирают обороты, и это вообще очень здорово. Поэтому обувь я тоже с удовольствием ношу, прям вообще очень люблю. Начинающих бизнесменов поддерживаю не только я, но и журнал «Собака». Сегодня случится замечательная премия ТОП-50, где я номинирована в разделе «Бизнес». Я желаю девчонкам удачи и очень хочу, чтобы на следующий год кто-то из них был обязательно в этой премии номинирован. Все, чтобы провести это лето стильно, активно и комфортно, у нас в городе есть. А учитывая, что со всеми представителями фэшн-индустрии можно пообщаться вживую, намного легче будет привнести своей индивидуальности и реализовать самые смелые модные желания.